там лишнего ничего не цеплять, чтобы не было там комбата, шмобата. Мамонт надо кому-нибудь? А тут ремонт есть. А, блин, вон толстый стоит, чувак. Я бесполезен. Толстый стоит, у него ремонтирует. У меня свой толстый. И мохнатый. А чё вот машины исчезли? Я бы сейчас поездил, блядь. Ага, мы бы сейчас на тачках залетели и всех боссов раздавили бы, да? Если стоит, блядь, босс никого не трогает, тут у него скал чайдана. Нет! Перезаряжай! Нет! Вспомнил Матрицу, блядь. Где эти бои-то на роботах шли тоже. Ну, вот, блядь, типа того. Мужик там этот молодой ему ящики таскал, нахуй. Он ему кричит, заряжает, блядь. Так же тут с колчедан. Ну, патроны кончились просто. Меня в кота спекнули, зарядили вместо патрона. Наверное. Я все лицо расцарапаю. Хвост подгорел, блядь. Ешьте рыбу. Егор, поставь от темной. Так он же бьет. Я не знаю, а чем он бьет, надо почитать, блин. Ну, самое большое он физой долбит. Сейчас, где этот полученный, блядь, урон от заклинаний. Так, ударная волна. А, ударная волна это природа у него. Потом аркан магия это взгляд, а все остальное физуха. То есть у него природа, только ударная волна. Проверяйте бафы, лапку дайте. Так, нос. Дал, дал. Давайте, смотрите, бьем тело, берет в руку, все в руку свитч. Ну вот, видишь, то есть ударная волна, магия природы, остальное все физа. Ну, сейчас этот истерию можно и Егор, ой, на Егора, на Кирюху давать, потому что я тут не дамажу, я в спину не могу бить. Поехали. Давай, Еру. В руку, руку, руку. Все тело. В руку. Ну, Крис, ты же можешь тело бить. Просто беги, пока она не кончится. Тут все проще. Слава, если мы сейчас руку разобьем, бомжей дашь? Да, я тоже об этом думал. Ну, лучше, конечно, как я говорил, попробовать. Руку. Ту подбить, которая не подбитая, типа, понял? И на 40%, на 35 босса ебануть по всем рукам. И тогда босс умрет сразу. Попробуйте так, свечнитесь вот в эту. Другую. У той уже мало, кстати, пиздец. У босса как раз то, что надо, хп.
вот бейте ее сейчас полностью, вот эту вот, как она называется, левая рука, справа которая. А теперь в ту надо освободить человека. Быстрее, 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 разбили правую. Сейчас она сдохнет, скорее всего. Скидывай бомжи. Сейчас скажу. Дай бомжи. Че, ты правую не добили? Я текст упал, блять, охуенная череда, спасибо. Тут этот БР есть, если что. Ту, бейте. Я вот в текста. Фуловую. Ну что, бейте, бейте левую. Скидывай бомжи, 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 бомжи. Бомжи есть. Милики отошли от мобов. Руку бейте просто, руку прям, все в руку. И босс умрет сейчас уже скоро. У него 15% останется. Хотя рука лестница вторая. Все, играйте по боссу, миллион. Это пиздец, там трэша нахуй вышло. О, блядь. Да, блядь, немножко. Трэш хавает. Ну, сейчас еще раз. Трэш вообще сильно охуерит. Да вы не так, вы просто играете правая рука тело, левую руку не трогайте и трэш отводите. Второй танк пусть просто на пульте на него трэш, он его отведет. Ты понимаешь, в чем дело? По боссу дамаг пока идет, у него пол хп. Рука правая уже подбита из-за того, что людей освобождают. И с нее мобы выйдут. Ну мобов тогда можно залить, если так. Постараться под войском. Ну войско КД, блять, уже. 9 минут. У руки поглощение. Немножко не хватило, блядь, сейчас нормально. Вярить стали мобы. Я сказал, это типа руки-руки, надо было все-таки продамажить этого, блядь, босса. Так понимаешь, у него почему так мало хп осталось? Потому что ты руку, потому что руку... Я знаю, у него осталось дохуя хп, лучше было... На 35%. На 35% только можно будет так сделать с руками. Надо тело до 35 довести, потом можно руки сыграть резко. Поэтому этот... Давайте... Кирюха, ты ж можешь, да, анонсить, когда закончилось, когда нет, вот сейчас приз немножко этот, запоздал и дамажил руку, когда уже выбило сухо давно. Ну там но... ДБМ кидает метку черепа. Если череп в кулке пропал, значит стопнули. Ну да, тоже верно. Вуду... Есть рыбу все. Вот прист вуду ставь, у меня вуду показывает все. Дебаф на человеке, если он в руке. Если нет дебафа, значит его отпустило. Ну бот тоже сам показывает. Ну у него может нихуя нет, он, блядь, ШП. Короче, череду давать на боссе нельзя, блядь, я падаю вниз. Не, у меня хиллбот стоит и хуже, нихуя не показывает. Вуду поставь. Блядь, попробовать ему за спину запрыгнуть, нахуй, зацепиться когтями в трусы и пиздить его. Да, дайте пристабов. У меня хиллбот стоит, он прям показывает, что ебаный кулак такой красный, типа, и душит его. А, ну да, это есть красная хуйня. Вот, видишь? Ты просто обращай внимание на нее. Что там у тебя его? Так все готовы? Бьем тело по максимуму, вливаем. Когда будет, ну, понятно, руку бьем, чтоб отпустил, будет у босса 35% хп, заезжаем в обе руки, и босс сдохнет. В руку лишнего урона не надо давать. Отпустили, сразу стопнули. Героист. То есть, в принципе, пиздим руки, когда выбиваем, без дот, да? В идеале, да, прямым уроном дать, и все. Понял. И Егор, кто там кливает во время боя, стойте чуть-чуть правее, чтобы, если что, левую руку кливали. А что, можно просто по центру стоять, и так или иначе будешь кливать его побей. Ну как бы, блядь, добегал какие-то не надо. Или правую не кливать. Вот в этом плане. Ну, да. Все, все готовы, поехали. Давай, что? Веру? Да. Тут он, сука, кривой стал, видите? Да.
Асмодея. Интересно, он в пропасть не скинет. Все, стопнули по руке тела. Руку, руку, руку. Стопать. Тело, тело, тело. Я в руке. Руку, 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 руку. Да, сейчас блевану. Тело. Пусть. Руку, руку, руку быстрее. И потом уже можно будет тут тоже. Нет, бейте руку. Сейчас. Пускай отпустит. Потом по телу вот и руку бейте быстрее. Я сейчас сдохну. Ты где? А. Тело, 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 тело бьем быстро. 32. Бейте тело, похуй. Руку. Тело. Руку, руку, руку быстро. Я заебал, блядь. Хейтит. Нашел самого пиздюка, блядь. Пиздит. Тело добиваем. Все, все. Изи. Въебало ему, ну. Блядь, смотри, криво. Прямо бежать просто. Пидор, наверное, наебал меня, блядь. Сука, жопа, блядь. Бля, хорошее колечко. А чё упало? Ничего тебе не видно, блядь. Да понятно, не видно, блядь, я вижу в инсте. Блин, гоните там, чё упало. Плечи упали и кольцо. Не упало. Залуп. Там, по идее, Next KD, босс уже с хардмодами все будут, даже не, ну, которые добавят, по идее. Так там же просто нет здесь хардмода. Ну, на этих нету, а Next KD, который следующий босс, по идее, должен быть. Я так понимаю, Владимир в мысль улетел, да? Вставай, шкафом подымем. Давайте быстро, у меня время поджимает. Так, а у этой псины собаки чё? Я там... тоже вниз улетел. Да, тут два танка, да. Да, тут два танка. Сейчас да, все, все стоим в ногах, резко заливаем котов этих. И все, будем ее просто бить. Она будет лужу кидать, с нее выходить и все. Появляется кот, его залили быстро, все. Не надо туда вниз спускаться, она вообще-то ходит. Я поэтому пойдем. Здесь сказал, что шкафуем наверху. Она сюда не зайдет. А надо убить каких-то двух мобов. Ну вот тогда вам рыба. Там сумоньте, кушайте, что хотите, делайте. Короче, этот. Как же там? Там два кота будет. Они друг друга усиливают. Ну, по сути, можно как бы мне одного забрать, одного тебе, ну, наверное, ты двоих заберешь. Да мы сейчас закливаем их нахуй. Да, и закливать и все. И будет выходить моб. Будет луч. Она будет кастовать луч. И из этого луча будет выходить моб. Вот. Моба резко заливаем и все, бьем ее дальше.
То есть просто ее моба и все. Угу. Ну еще надо стоять перед ее лицом всегда. А перед лицом. Сука, что за босс? А, и еще. Она будет давать каст фир, и после каста фиряющего всех, она будет давать каст, который всех ваншотит на уешный. И этот каст она может сбить у нас... И этот каст у нас может сбить только догу. Варовской способностью. Ярость берсерка, он антифир получает. И сбивает каст ударом щита. Тремор тут обязательно рыло. Да, тремор. Что еще раз? Тремор. Надо чистить мобов либо слева, либо справа. Да мы знаем. Цеплять вот этого справа моба. Одного. Точно так же в ногах у него стоим, по-моему, да? Ага. Отводи его сюда. Алло. Алло. Че вы там, все? Нет еще? Алло. Не, последний босс. Крайний. Расскажите, как собрание убивали. Можешь, давай, к нам прыгнуть быстренько, расскажи. Легко. Прыгни к нам наверх. Я пока нету. Подождите. Он там тактику рассказывает. Подождите, сейчас. Только собаку, ладно, не зацепить. Вот эта цепуха перед лицом у него кастуется. Блять, ну по сути дела нихуя вообще сложного. Ну как и на предыдущих боссах. Если есть ДПС и если есть руки, оно все легко закрывается. Хотя хер его знает, может и ногами закроет. Сука. Так что пока она вернется и будем этот пулить. И кстати, трэш вижу на фрее, блядь, кстати. Можем пойти в этом трэш почистить. Ну, короче, ну, смотри, я вот эти тотемы, да, оставляю? Или от сил природы не надо тут? Тут нужен тремор. Ну, от антифир ты имеешь в виду? Да, да. Тотем трепета называется. Ну, могу покидать на кого надо. На кого надо, не надо, Аня, на кого держи его, чтобы откатил. Этот у тебя был на всякий случай. Короче, вот этот каст, главное касты не перепутать. Вот этот каст фиряет всех. А вот этот... кто может сбить этот каст, ты говоришь? Этот каст Вар. Может сбить тот, кто может сбивать касты, и тот, кто не в фире. Потому что она дает один, а потом второй. Сначала фира, потом удар часового, который ваншотает всех. Ну, получается, что у нас? Дух, ярость берсерка не трать. Она фернет, снимаешь с себя фир, разбиваешь ей каст. Вот это хуйня. Можешь его просто это, к нам в пати засунуть? Не надо, у него есть берсерка. Вот эта хуйня ультразвуковая, она перед лицом босса. То есть весь рейд должен стоять и делить дамаг. Там 100 тысяч дамага. На нас на 10 человек будет по 10к урона всем. Ну и призывает моба из луча. Там будут мелкие, мелкие просто уешатся. Потом... Смотрите, давайте спускаемся вот сюда быстрее. Начнем ее бить тут, а потом будем смещаться спиной туда, назад. Если что. Сейчас ждем... А, Гера, ну ладно, похуй потом. Короче, сейчас заливаем нахуй котов. Я напуливаю в ДК. Заливаем котов. В кучу, станьте все в кучу.
скоро фир, смотри, варда. То есть. Вот он. Избивай, избивай. Прожимай, избивай каст. Мелких а просто... Прист может мазать спел и башить, и будет все окей вообще. Вот мелкие сейчас просто за уешки. А, ну да, да, да. И будет луч. С луча выйти, из него вот взвизг. И сейчас луч будет. Из луча выйдет кот. Вот сейчас кот выйдет. Готовься, варлок, лови. И бейте его. Ну, сильно будет. Кота нет, быстро нет. Залили. Фир. В кучу, в кучу, в кучу, все быстрее. А, да, после этого пидора уже... Выбегай, выбегай, выбегай. Сейчас она выйдет. Выводи ее сюда, поэтому я говорю, будем смещать. Кстати, следующий код с трупа этого вылезет. Если не ошибаюсь. Геру когда давать-то? Давай. Снимай, снимай, вас здесь был. Да, я в страхе, блядь. А чё тремор не сработал? Ну, сломали. Ну, котик. Давайте уже наверх тогда, поднимайтесь сюда. Лох, забери. Этого можно... Тебе БР дали, вставай, чё ты лежишь? Бафа ему дали быстро. Перед лицом все стали. Обновляй тремор, следи, чтобы его не сломали. Да, я сейчас... Прист, сам себе щит от фира на следующий раз дашь и сразу маз диспел, мгновенно. Котика, котика добить, он прыгает, блядь. Вышел, вышли. Кота, 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 быстро все в кучу, сука, чтоб он не прыгал. Плохая киса. Вышли, вышли, вышли. Снимай, снимай, снимай. Вообще хуйня какая-то прям. Не, ну кто не знает тактику, будут вайпиться. О, это моя триня, пацаны. Да. Хотя погоди, это атакующее заклинание. Скорость атаки. Написано, ваше атакующее заклинание. Да. Кому нападет вообще? Скорость атаки. При этом ваше атакующее заклинание. Ну, я не знаю. У меня яд будет работать. Ну, хуй знает. Попробуй, если у тебя не будет работать, то он, не знаю, какой-нибудь ШП или Суфу. Хотя нет, Суфу такая триня говно. Скорость кота атаки, блядь, может рейтинг скорости? Если что, я не откажусь на Элема. Так, пошлите мобов побьем, я сейчас как раз за 1000 триню, и может быть сейчас этот, что-то бы этот, с трэша выбьем. Это, а куда вы пошли, я уже ТП в Долоран ёбнул. Зачем нам ТП в Долоран, если мы, блядь, хотим пофармить, блядь, и посмотреть, что-то. А, может, вы хотите мобов бить, блядь. Перед Фрейей трэш, который.
С него, по идее, должен лук сыпаться. Получается, все, трех новых боссов закрыли, да? Uh-huh. Да. Как там, все хуйня, давай по новой. Получается, да, блядь. Блядь, но у меня, кстати, хуйня. Антифир так и висит. Прикинь, он резистит, но его не снимает. Отлично, информация. Походу не работает тренер. Попробуй ее там, не знаю, шипаешь либо. Сумма, она точно не нужна. Сейчас еще одну можно побьем. Шмотку выбили, видишь? Там, да. Какую, зелененькую? Охуенно. О, пацаны бегут с молотками, пизда нам. Они стакают. Хуярит. Помнишь песню Серегин? Такого они точно не ждали, что рабочки побеждали. Ёп, по блин, точкам. Это что вспомнил? Ну, блин. Что-то они какие-то слабые, не стакают ничего эти мобы, они бы уже меня убили. Понятно, все. Все работает как надо. Ты смотри, я сейчас гляну на капюшонов, и сейчас тебя настакают. А кто треню, кому надо? А смотрите, надо? Да он, да, и шапошник. Надо попробовать, дай кому. Дай кому-нибудь. А смотри, тебе нужна треня. Блять, дай кому-нибудь попробовать, говорю, если работает, там разнёт. Если тебе нужно... Хотя она на мелька не работает, она 100% работает на тебе. Ну я попробую, сейчас я долечу. Смотрите, если в нике этого моба убрать Рокотан, убрать если Ко, то получится Ротан. А если добавить С? А если убрать Рокотан? А если убрать Ро, то будет Катан. Катан, братан. Да мне кажется, мы хуй чего лутанем с этих крипов. Во-первых, убьем, если с них хоть что-нибудь будет сыпаться, то почему нет? Миллионыч. Че, они там на совете, да, застряли? Все, короче, Долоран пора. Все, Кирилл, придем цветочков пиздить или с них ничего? Да. Я помню, самый большой лут вот именно с этого трэша был. Вообще любой хуйни. С них еще и этот, у кого травничество есть, могут пофармить травку. Тут еще трава растет рядом всякая. Траву сюда. Должна, блядь, расти. Откройте. Поиск травы вот есть? Трава есть? Вот трава, я прыгаю. Вот, верно, лотос передо мной вот там. Язык асп. Где Фрей стоит? Не стоит, а наш хранитель. В смысле, а что, ее бить, что ли, можно? Я не понял. Не, где ты ее? Я не вижу ее, блядь. Она за деревом вот этим. Да он наебывает. Бля, пойду я ее этот, попробую ебнуть. Так вот, блядь, в натуре, блядь. Ну, можно его запустить, что нет? Она увеличивает рейтинг скорости на 550. Истинные, блядь, дамагеры, съебались. Ой, блядь.
Слушайте, так, давайте попробуем ее убить. Так она и выйдет. Она не бьет. Да? Ну да, нужно сразу обриться. И все. Она это. А она не это. Она того. Пидоровская, бля. Хуя сколько трупов тут летает, ну, снаружи. Лаки панч какой-то. Что за гильдия Лаки панч, бля? С таким с названием гильдии вообще бы, блядь, в игру не заходил. Aegis of Immortal, Try to Kill. Да, задроты доты. Короче, смотри, если тебе не нужна триня, отдаю или ШПшнику, или Суфу, или Рылу, там пускай кому надо рулят. Да. Хотя я в демона с ним побегаю лучше. Нахуй она им нужна. Или нужна кому-то, если это важно, то возьмите мне ШПшнику. Нет, хотя на демона ее еще можно. У меня в демоне меткости не хватает, ему и хоста нужна. Мне четко бы зашло. Ну если так, то что, бери. Нет, если кому-то на мейн, то я с радостью отдам, пожалуйста. Не-не-не, все, забирай. Так говоришь, блядь, тебе все равно с нами ходить, так что, блядь, все оденемся. Просто тренинг, откровенно говоря, такая мусорноватенькая. Ну редко вот, блядь, мы били, сколько мы мобов убили, она прокнула только под самый конец, блядь. И я так и не понял, почему. Может, я кого-то нечаянно рукой уебал, Ну, она, скорее всего, прокует именно от заклинания, как написано. То есть, когда ты что-то кастуешь, а не когда что-то у тебя там дота дамажит и так далее. То есть, типа, вот такое. Но она будет прокать у ШП, только получается от взрыва разума и от пытки. Да. Дох, помяни язык. Бой висит, вы что там, блядь, босса как-то спулили? Моба бьют еще до сих пор. И почему из-за мобов, блядь, я не могу вынести, что за хуйня? Может БР кому-то дать, он Ну меня БР не, я тут. Хоть убьем быстрее. Только время потянет. Нужно, я думаю, в принципе, умирать, а дальше нет. Что-то с них вообще, блядь, даже зеленка не падает. Блядь, живи. Стерию, да ну так. Живи, на тебе стерию, сдохни с ней. Слушай, а так нихуя тут страше падает шмотки, я смотрю, блядь. Вообще нихуевые. Я знаю, поэтому я предложил сюда пойти побить. Ну все, наверное. Чисто на трэш ходить, нихуя тут плащ, я смотрю, посох, нихуя такой. Да тут вообще дохуя чё. Плащ, конту, посох. Конту, нахуй, вообще охуенные. Я ж не просто так предложил сюда пойти. Ресните? Ебать.